Жители Нижнего Новгорода смогут прокатиться на колесе обозрения на площади Сенной, только предоставив QR-код с единого портала государственных услуг или мультипас. Об этом сообщается на официальной странице аттракциона в сети Instagram. QR-код должен быть с одного из следующих документов: либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, либо сертификат об иммунизации. Гостей перед посещением аттракциона просят проходить онлайн-регистрацию на сайте.